На фоне самых узнаваемых мест курорта – герои спектаклей свердловской мускомедии. А соль у морского вокзала, Екатерина Великая на городской набережной, герои мюзикла «Мертвые души» у Зимнего театра. Кадры фотопроекта производят эффект и реальности, и театральной магии, проникающей в город Сочи. Так свой проект «Арт-диффузия» описывает автор, театральный фотохудожник Виталий Пустовалов. В каждом персонаже подбирал какую-то определенную среду, которая… То есть это не снимаюсь артисты на фоне, это вот артисты снимаюсь во время спектаклей, да, еще давным-давно, персонажи рождались на моих глазах. Отчасти, чтобы улыбку это вызвало, интерес у горожан, может быть, как бы они по-новому посмотрели вот на ту среду своего обитания и в контексте вот именно с участием этих вот персонажей исторических спектаклей. Сочи стал первым в стране, где совмещенная реальность в фотографии вписана в облик города. На создание сети экспозиции «Театр в городе» Виталия Пустовалова вдохновило 18-летнее сотрудничество со Свердловским театром музыкальной комедии. 4 года фотохудожник живет в Сочи и уже здесь встречает земляков, которые гастролируют на курорте вот уже 14 раз. Посетить уличную выставку можно до 10 октября. После ее увезут герои фотопроекта. Актеры свердловской мускомедии планируют продолжить арт-диффузию в Екатеринбурге, что станет своеобразной презентацией достопримечательностей Сочи.